На сайте Сургутской администрации появилась информация о централизованной закупке медицинского вазелина. По расчетам, чиновникам необходимо 13 тонн этого вещества. Объявленная стоимость закупки превышает 1 800 000 рублей. По информации электронной площадки, конечным заказчиком является Сургутский хлебозавод. На портале «Югра-Ньюс» уже опубликован комментарий директора предприятия. Несмотря на подтекст истории, вазелин необходим хлебозаводу на вполне тривиальные цели – обработку оборудования.